Официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук. Сотрудниками управления К МВД России пресечена деятельность межрегиональной группы. Ее участники подозреваются в телефонном мошенничестве. Было установлено, что эта группа состоит из трех жителей Москвы и Калужской области и действует на протяжении более 2 лет. Лидер группы ранее уже был судим за телефонное мошенничество. Освободившись, он нашел в сети интернет 2 своих сообщников и предложил им участвовать в противоправной схеме. Совершая звонки на городские телефоны пожилых граждан, в основном проживающих в Москве и Московской области, эти подозреваемые сообщали, что родственник этих граждан якобы попал в беду и необходимы деньги для урегулирования ситуации. После этого один из участников группы подъезжал к потерпевшим и забирал денежные средства. По предварительной информации, жертвами злоумышленников стали более 150 человек, а доход, добытый противоправным путем, мог составлять свыше 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых и провели их задержание. По местам проживания злоумышленников в городе Москве и Калужской области проведены обыски. В ходе этих обысков были обнаружены и изъяты сим-карты, сотовые телефоны, банковские карты, финансовые документы, а также предметы, подтверждающие причастность задержанных к противоправной деятельности. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.